Anthony. Это вид искусства больше считается, чем охота. То есть ты с ружьем можешь там добыть намного больше дичи. А тут беркут она. Надо все время тренировать, ухаживать там, выбирать удобные позиции для охоты. Традиции предков, вот, они вот продолжают это искусство. Больше, ну, не знаю, вот, развлекается иногда вот молодежь, но потом бросает быстро. А которые именно сейчас более 10-20 лет занимаются, вот они вот, которые предки занимались этим искусством, вот сейчас внуки, правнуки уже с этим продолжают. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.